поступило уже порядка 13 сообщений о заминировании 13 объектов, принадлежащих дошкольным учреждениям нашего города. Как мы помним, это уже не первая, да, волна сообщений. Надеемся, что это ограничится вот этими хакерскими атаками. Тем не менее, все мероприятия, которые требуются выполнять при таких сообщениях, выполняются всеми службами города. На сегодняшний день мы находимся на детском саду 47. Здесь 220 детей эвакуированы в ближайшую школу. Также происходит и во всех дошкольных образовательных учреждениях. Дети выводятся в ближайшие социальные учреждения. Также параллельно подгоняются школьные автобусы. Там нет возможности перевести те, где дети будут размещены до приезда родителей. Будем надеяться, что кинологическими и другими спецслужбами обследования здания будут проведены в более краткие временные периоды, и дети вернутся к своему образовательному процессу.